Ну что, кукушка, пойдем? Аглоиду, смотри. Иди. Иди, иди. Давай, давай, Злата, пошли. Пошли домой, пойдем. Пойдем, Злата, пойдем. Спускайся, водитель. Злата, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Вон твои лают. Вон соболь лает. Злата, пойдем. Иди, иди ко мне. Иди. Танька завыла. Злата, иди, ревнует, что я с тобой внимание уделяю. Иди ко мне. Иди. Давай, шуруй. Ну-ка, тихо! Разгавкались ревнивые души. Как Златка появилась, сразу по-другому себя вести стали. Лают, боятся, что внимания не уделят. В чем дело? В чем дело? В чем дело? Приехала принцесса. Проверяй. Со школы пришла. Тебе это не танцорша, я тебе на танцы отдам. Ты супер. Иди. Миссия. Тайна. Златку проверять. Все. Две сестры начинают заниматься. Расспрашивать, как что было. А ты чего? Ишимское мое, ненаглядное создание. А? Лети, медь. Ой! Все, Таню, машину завели. За сегодня я расплатился. За электрику завели машину. Теперь они ходовую делают. Посмотрим. Так что двигатель работает. Двигатель работает. Для тех, кто особо не верит, я вот за ремонт без запчастей отдал. Тихо, Танька. Ставьте на паузу и читайте. Вот. Вот они диагностику. Тань, ну иди. Вот чисто работа. Вот чисто. Чисто работа 4500 и 250 реле. Вот оно. Вот всего 4750. Я отдал за работу. Чисто это, то, чтобы они нашли причину и устранили ее. Но эта штука стоит, блок управления двигателем стоит 16 рублей, ну 16 тысяч, поэтому я пока не тяну. Надо менять со временем, мало ли что. Посмотрим, как что. Ладно, пусть делают дальше, завтра что еще, какой результат будет. Может, успеем еще сход-развал делать и... Если все нормально, 2000 сход развал. И попрем на Калугу. Да, отдадим пятнашку Ромке. Всех вас в ящик, в вашу будку на колесах. И вперед с песнями. На Бабынина к тайге. Разберемся чуть почуть. Вот у меня тут пару колес есть с протектором. Ладно, посмотрим.
Так, ты шакалишь, да? Я отвернулся, значит. Я тебе сейчас. Стрекозел маленький. Давно ты с лаймом не играл. И лайм с тобой. Вот он третий. Вот он. И так же прыгает. Оп. Девка со школы пришла, соскучилась. Рады, довольны. Соболь, ты как всегда. Вот нельзя без этого. Соболь. И нюхач, и обоссач, и кем ты только не являешься, блин. Гоняй его. Толстожопого гоняй. Дай. По месту бери. Дай. А этому все равно. Куда? Догрызите меня, а я там понюхаю. Вы меня закружили. Поиграй с маленькой. Поиграй. Пойдем. Рыжая, давай. Бесстыжая. Давайте, шухер наводите. 10 градусов мороза. Самая ваша погода такая. Ни холодно, ни жарко. Капусточки дала ему. Как мороз, ты у меня рыжеешь. Ну, летом будешь почти белая. Вы же палевые собаки такие, меняете окрас. Зимой такие. Летом другие. Вот она, кнопка села. Да? Злат, тебе надоел за целый день, да? Тебя надо взять, да? Что ты там у меня унюхала? Я ни с кем не был. Только со Златой. Девчонок не было точно. Соболь ушел оттуда! Ты что творишь? Тихую, в посадочку. Ну так вот. Сегодня я вам подарил чуть-чуть роликов. Так, баловство, конечно, но тем не менее из жизни. Все настоящее, все натуральное, как есть и происходит у собак. У меня так, чуть по чуть. Ничего не наиграно, не смонтировано. Вот Илюху с сестрой подождем. Это не мой племянник, который ролики делает. Один из подписчиков ВКонтакте у него в друзьях. Ждем от Соболя. Сейчас придумаем ему фишку какую-нибудь. Как вот наподобие слайма. Ну и чавальник. А тут соболина. Либо что-то, надо слова придумать, толстожопый. Ну толстожопый не надо, конечно, наверное. Вот. А так... Посмотрим. Может, еще хороший ролик с Соболем. Ну, потом про охоту чисто ролики сейчас накидаю. С охоты сделаем какой-нибудь клипчик хороший. Классный. Ну, это не для Ютуба, наверное, будет. Только в соцсети. Ютуб меня и так достал зелеными. Грызи, Златка. Мамка, я двойки не получала. Шо, видишь, как я ругаюсь? Ай, змеи. Ай, ух. Куда ж ты ее так схватила? Ты опять будешь на нее садиться? Лайма кусает. Ай.
Танька пытается за Злату заступиться. Разбились по парам. Тихо, ребенок в ринге. Тормозит ее. За горло берет. Драконин. Злит Златку. Она от тебя сматывается. Вот Танька разошлась. И гавкает и... Ну что, Бонни и Клайд. Два пары сапога. Блудашки. Блуждашки. Да, Танюк? Дай ему, да. Тетка, да, скажи, любимая, рыжая, бесстыжая. Что, кормить вас? Я сварил. Чих. Иди проверь, она к тебе пошла. Соболь усёк. Раз, чик на защиту. Контроль, склад. Видишь, у тебя склад открыт. У тебя как при Советском Союзе все настежь. Да, Танюк? Ну и что вот ты меня опять обняла? Пойдем. Все? Бегались, нагулялись? Соболь! Нюхач. Все у нее там нормально. Потом будешь чихать. Я тебе вот сейчас вдоль хребта. Вот, а знаешь вот... Ты уже злорадствуешь этим. Понюхал раз-два и хватит. Что, на сапырку твою сейчас, вот эту вот, шнобелину твою. А? Пометь ее еще. Она и так вся твоя. Ушел. Давай. Да. Лови ее. Дай. Куда? Дай, пусть. Хватит орать. Хватит орать. Что с собой? Что, блохи тебя заели? Таня, палка тебе зачем? Грызешь ты ее. Уй! Все, давайте кушать.